На этих состязаниях у каждого участника свой секрет успеха. Одни совершенствуют прыжки и акробатические трюки, другие отрабатывают технику спуска с горы на лыжах или сноуборде. Помимо соревнований на трассах, инструкторы участвуют в открытых дискуссиях и мастер-классах. Данное мероприятие всегда проходит в конце сезона, что позволяет инструкторам закончить сезон на положительной ноте, продолжаться совершенствоваться в своем техническом мастерстве. То есть это площадка для обмена опыта, а также показать свой уровень как профессионала. Чемпионат в этом году 10-й, юбилейный, уже второй раз проходит на Олимпийских трассах Сочи. В этом году на соревнования приехали 180 спортсменов из разных регионов России, а также из Австрии и Словении. Участники выступают в дисциплине слалом-гигант, в личном и командном зачетах, а также в эстафете. В национальном чемпионате участвуют и совсем молодые, 18-летние инструкторы и наставники со стажем. Все повышают уровень своей квалификации. И это нужно, и это очень большой прогресс именно в инструкторской службе в России. То есть мы сейчас абсолютно с уверенностью могу сказать, что мы не проигрываем по уровню европейским инструкторам. У нас очень высокий уровень. Итоги чемпионата подведут сегодня. Победители получат полезные для работы и любимого дела призы – лыжную экипировку и атрибутику. А 20 сильнейших инструкторов ждет главный приз. Они будут представлять Россию в Швейцарии на чемпионате мира в 2017 году. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.